Я буду не один, у меня есть друг, зовут его Дима, фамилия Лопунов, и вместе с ним мы сделали маленький проект, который называется Анду. Знаете ли, в мире компьютерных программ Анду — это ответ последнего действия. И мы решили, что это именно та функциональность, которой в жизни очень часто не хватает. Именно так мы решили назвать свой маленький дуэт. Дуэт очень маленький, мы поем свои песни, причем пополам, то я пою свою песню и музыка наша общая, то Дима поет свою песню и музыка тоже наша общая. Сейчас я немножечко, чуть-чуть поставлю. Это будет недолго. Чтобы подготовиться. Сыграем очень быстро, у нас песни достаточно короткие, инструмент достаточно маленький, просто все компактно. Первая песня, по сути, даже песня не является, это просто стишок, положенный на музыку. Это укулеле. Укулеле — это из Гавайи гитара маленькая. Она звучит. Слышно? Слышишь? Да, да, да. Песня называется «Капа». Протест. Вперед, мой голос!